Приветствую вас! С вами Наталья. Добро пожаловать на мою кухню. Лето. Сезон ягод и сезон заготовок на зиму. Собрала клубнику и сортирую ее на мелкую и крупную. Из мелкой клубники варю клубничное варенье. Придется немного повозиться, но результат порадует. Засыпаю клубнику сахаром из расчета полкилограмма сахара на килограмм клубники. Стряхиваю кастрюлю, закрываю ее крышкой и отправляю в холодильник на всю ночь. С утра вижу, что клубника хорошо выделила сок. Сливаю сок в сотейник и отправляю его на плиту, довожу до кипения. На дне кастрюли остается много сахара, горячий сироп поможет его растворить. Заливаю горячим сиропом, расправляю ягоды, закрываю крышкой и оставляю до охлаждения. После охлаждения сиропа выделилось еще больше, он стал более густым, снова сливаю его и отправляю на плиту. Заливаю горячим сиропом и такую процедуру проделываю 5-6 раз. В конце вижу, что сиропа достаточно много и ягоды хорошо впитали сироп. Ставлю на огонь, довожу до кипения, добавляю четверть чайной ложки лимонной кислоты и варю примерно 10 минут на медленном огне. Разливаю варенье в чистые стерилизованные банки, использую при этом обычный лоток от мясорубки. Закрываю чистыми крышками. Варенье я не переворачиваю, оставляю его остывать в таком виде. В итоге получается вот такое жидкое клубничное варенье с целыми ягодками. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. С вами была Наталья, до скорых встреч!